В эфире наша традиционная рубрика «Время выбирать». В ходе дополнительных выборов депутатов городской думы муниципального образования город Лабытнанги есть возможность проголосовать досрочно, сообщает отдел по связям с общественностью администрации города. Напомним, что дополнительные выборы депутаты городской думы по одномандатному избирательному округу номер 15 состоятся 10 сентября в единый день голосования. Избиратели, которые обладают активным избирательным правом, то есть имеют право избирать, и проживающие в границах этого 15-го избирательного округа, это избирательные участки номер 312-315, при наличии уважительной причины, по которой они не смогут в день голосования прийти на свой избирательный участок, они могут за 10 дней до дня голосования опять же обратиться именно в свою участковую избирательную комиссию для того, чтобы проголосовать досрочно. По календарным срокам досрочное голосование будет проводиться с 30 августа по 9 сентября включительно. График проведения досрочного голосования будет утвержден территориальной избирательной комиссией для УИКов и доведен до наших граждан дополнительно. Как сообщалось ранее, в предвыборную гонку на вакантный мандат в городской думе включились 4 претендента. Это представители, выдвинутые от политических партий. Александр Соломатин, «Единая Россия», Игорь Воробьев, ЛДПР, и Роман Решетило, «Справедливая Россия». Арина Прахова, кандидат самовыдвиженец.